Yeah, I didn't. Oh, jeez. Who's that guy? I don't want any trouble. I don't want any trouble. Ты как цел? Молодчина. А то я уже волноваться начала. Ты там такой шум поднял? Ладно. Артём, я встретила Катю и Настю. Увидимся на Авроре. Сверься с картой. Тебе туда, похоже, сейчас будет проще доплыть, чем пешком. Okay. So I just row straight back to the bridge. But I'm probably going to get murdered by these animals. Yeah, like that guy right there. Here he comes. Here he comes. I don't... Nope, I don't wanna. I don't wanna. I don't wanna. Oh, Lord. Okay, there's the train. Alright, just go straight back to the train. Stop screwing around. Ow! What? Oh, what did they have? Oh, God. No? No? The answer's no. Gulp. Артём, сюда! Oh, there he is. I got you, Duke. Could use a little help here with these, whatchamacallit monsters. Oh, da-da! Oh, for God's sake. Just freaking. No! 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 No. No. Don't shoot me, Duke. Ah, Crimson High, we're fighting a... Oh my God, get me out of here. Shooty Garland. Это, бля, чё было? Кит? It was some sort of, yes. Ух, здоровый сволочь! Big fish. Big fish. Big fish. Меня вообще старик в дозор отправил. Говорит, сиди тихо, приключений на жопу себе не ищи, без крайней необходимости не вмешивайся. Вот я за тобой и смотрел. С оккупантами, я так понял, ты по-тихому управился. Молитвами и крестным знамением? Yes, I did. Peaceful. Sneaky peaceful. That's what Аня уже рассказала про сектантов. А может, поменяемся с тобой, а? А то я так и вернусь в Москву, не сделав ни одного выстрела. Я девчонку там у барыги одного отбить пытался. Да где там? Почему, если веселуха какая-нибудь, так всегда другим? Вот Мельник на тебя гонит, а все самые горячие дела тебе. Хрен знает, любит так или сосвету сжить хочет. Вообще, конечно, это нечестно. Выдернули меня из Москвы, и что? Сначала уголь в топку кидай, теперь в болоте сиди, в бинокль гляди. Хотя тут есть возможности сувениров домой привезти. Глянь-ка, oh. Там самолет валяется. Мне только оставь там чего на память, а то мне тут сидеть еще. Okay. Alright, you want me to go and check out the airplane? Креветки еще достают эти. Ага. Договориться бы с самым этим, чтобы слопал их. Как там Маугли с животными говорил, а? У нас, кстати, с тобой группа крови одна и та же, ты замечал? Братья по крови, типа. See you, Duke.